Сейчас заключительное слово. Мы сделаем его таким образом. Я его начну, а члены экспертной комиссии, если захотят, они его продолжат. Это для сокращения времени. Но прежде всего мне хочется всех поздравить. Мне кажется, что наша сессия сегодняшняя состоялась. И это было замечательно. Это было впервые в истории наших форумов онкологических. Кроме того, мы заслушали очень интересные сообщения, чрезвычайно интересные. И вместе с тем есть некоторые пожелания. Ну, пожелания таковы, я бы так сказала. Ну, не все громко говорили, хочется, чтобы говорили более громко. Затем впервые была проведена такая система, когда есть доклады и есть рецензии. И надо сказать, что мы не знали, как это будет проходить, и хотелось бы, чтобы такое пожелание для рецензентов, это на будущее, чтобы все-таки эти рецензии были по докладу, а не по той дипломной там или курсовой или диссертационной работе, с которыми вы знакомы, в принципе. И тогда это бы сократило наше время. Большое спасибо всем, кто задавал вопросы, потому что эти вопросы позволяют людям, которые делают сообщения, вот я сейчас вижу, кивают головой молодые наши онкопсихологи, потому что это им помогает рассматривать вот тот вопрос, которым они занимаются, еще с тех точек зрения, которые на первый взгляд им кажутся такими незаметными. Ну вот мы сейчас тут еще обсуждали немножко с Кристиной Архановной вот некоторые выступления. Очень важно, когда вы говорите про выступление, всегда мы все не стоим, не начинаем, так сказать, наш старт не начинается с сегодняшнего дня. До нас всегда кто-то работал по той или другой теме, использовал тот или другой метод. И очень важно было бы хотя бы некоторым вот выступающим кратко в двух словах сказать, что вот этот метод использовался там ранее, но мы его используем, допустим, в нашей практике. Это было бы очень интересно, потому что, к счастью или к сожалению, мы не все являемся основоположниками разных методов. Ну, вот коротко у меня все, но я очень хочу, чтобы и другие члены экспертной комиссии как-то дополнили мое выступление. Пожалуйста. Эльвира Борисовна Карпова, пожалуйста. Я вот только могу присоединиться к поздравлениям, потому что действительно, мне кажется, очень замечательное такое начинание, и надеюсь, оно будет продолжаться. И очень радостно видеть такие молодые, умные, талантливые лица. И то, что вы делаете, мне кажется, чрезвычайно важным. И практическое, то, что вот я слышала с работы с детками, практические какие-то методы арт-терапии, и исследовательская работа, все это чрезвычайно интересно. У меня только единственное, не хочется быть этим учительницей замечания делать, но я не могу не сказать, потому что вы только начинаете свою исследовательскую, продолжаете исследовательскую деятельность. Не надо называть наши группы, которых мы изучаем, экспериментальными, но не эксперименты мы над ними ставим, слава тебе, Господи, а мы их изучаем, исследуем, это группы, основные группы нашего там исследования, изучения. Вот. Еще раз поздравляю, просто от души, мне кажется, очень хорошее начинание. Всего доброго самого. Пожалуйста, Галина Сергеевна. Нет, воздержались. Так, все воздержались. И единственное, что у меня еще вот такое желание, пожелание такое нам всем, когда я слушала сообщение, мне очень жаль, что мы как бы, психологи говорят некоторые вещи, которые очень важно было бы слышать и врачам. И у нас как бы получается, мы немножко отдельно, врачи отдельно, но то, что мы уже участвуем в работе онкологического форума, это уже первый шаг сближения наших позиций. И я думаю, что таких шагов у нас будет очень много навстречу друг другу. Еще раз поздравляю, спасибо всем и до следующей встречи, на следующий год.